беде не бросит, лишнего не спросит. Вот что значит настоящий верный друг. Молодцы. В программе загадки, веселые игры, песни и мастер-классы. Праздник дружбы начинается с улыбки. В парке культуры, спорта и отдыха объединил ребят и их родителей. У нас сегодня в рамках летних читальных залов будет проходить развлекательно-литературное мероприятие, которое посвящено Дню дружбы. 30 июля, как вы знаете, отмечался Международный день дружбы. И в рамках этого события замечательного мы проводим сегодня с детишками, которые приехали отдохнуть в парк, развлекательную программу с играми, песнями, танцами. Сотрудники звенигородских библиотек устроили настоящий летний праздник. Самое главное – это активное участие, отличное настроение и общение в кругу сверстников, говорят организаторы. Я забияка, ищу друзей, надеюсь, сегодня я их найду. Сейчас мы будем с детишками играть, танцевать. А мы любим лед, а мне повезет, и в танцы унесет. Юные читатели ознакомились с книжной выставкой и смогли смастерить зонтик дружбы. Встреча получилась познавательной, но главное, ребята нашли себе новых друзей. Мне понравилось очень. Я первый раз здесь, вот, в субботу. И я думаю, что каждую субботу, пока лето, точно будем приходить, потому что и ребенку весело, и как бы и на природе, и полезно, и увлекательно, и здорово. Уже второй год подряд этот праздник, посвященный дружбе, лету, каникулам, радует всех гостей парка. У организаторов еще много интересных идей, а значит, яркие семейные мероприятия продолжатся. До скорых встреч! Екатерина Крамер, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».